Когда мы говорим о Твиле, то мы говорим, что она совмещена с обрядом Гиюра, да, обращение в иудаизм. Начало обращения в иудаизм для мужчины какое? Бритмила. Мы говорили о том, что спроси, зачем тебе это надо, ведь евреи гонимы, притесняемы. Сообщи несколько легких, несколько тяжелых, ответственность за них. Если согласен, тут же обрежь. Бритмила. После того, как заживет, преподай погружение. Бритмила – это знак чего? Завета. Когда человек вступает в завет? Когда его обрезали. Мы говорили, не всегда, когда кровь проливается, человек вступает в завет. Еще раз. Давайте будем корректны. Мы вчера разбирали ваше замечание относительно крови и завета. Разбирали? Не всегда, когда проливается кровь, человек вступает в завет. Не всегда в завет, когда нужно вступить, должна была пролиться кровь. Понятно, да? Следующее. Иногда проливается кровь, и это не имеет никакого отношения к завету. Понятно? Когда вы пальчик режете, кровь проливается? Это тоже завет. С ножом, да? Понятно, да? То есть завет – это обетование, это взаимоотношения, это какой-то процесс общения. Вот он сопровождается какими-то ритуалами, которые на самом деле закрепляют совсем другие вещи. И смысл всего не сводится к пролитию крови обязательно. Когда человек вступает в завет, когда он проходит бритмилу, у него на теле появляется знак завета. Позднее нужно публичное подтверждение ранее принятого решения. Еще раз фраза. Публичное подтверждение ранее принятого решения. Что это значит? Когда человек проходит обряд бритмилы, мягко говоря, достаточно маленькое количество людей в курсе происходящего. Понятно, да? Но когда человек совершает тфилу, он публично заявляет о своей вере. Понятно, да? Окей. Когда приходит Иоанн, он приходит с новым погружением. Погружение, которое приносит тоже очищение, но очищение другого характера. И он говорит, что я пришел для того, чтобы исполнилось пророчество. Понятно, да? Он говорит об исполнении пророчества, приготовить путь Господу. Это погружение имело временный характер. Оно не было постоянным. Он говорит, я пришел до определенного момента для того, чтобы подготовить путь к Мессии и засвидетельствовать о том, кто есть Мессия. И после того, как он засвидетельствовал о том, кто есть Мессия, его служение пошло на спад. И он говорит, мне надлежит умоляться, и ему, соответственно, возрастать, возвеличиваться. Иоанново крещение вводит смысл определенно, на определенное время и имеет временный характер. Ясно, да? Опять-таки, имея отношение к прощению, очищению от грехов. Ясно, да? Далее мы говорили о том, что погружение Иешуа, оно отдельно стоит от Иоаннового погружения. Он пришел к погружению без осознания грехов. К Иоанновому погружению приходили люди с осознанием греха, с нуждой в прощении. Крещение покаяния для прощения грехов. То есть нужда, есть грех, человек приходит, публично заявляет о своем грехе, погружаясь для того, чтобы получить прощение, приготавливая свое сердце к принятию Мессии. Ключевой момент – человек приходит с осознанием грехов. Нам грехи прощены в момент нашего покаяния. Когда мы приходим к водному погружению, мы приходим с осознанием грехов или очищены? Очищены. Ключевая разница. И когда пришли
в одну местность. Апостолы, они говорят, каким крещением вы крестились? Он говорит, Иоанновым. Не подходит. Вам нужно креститься во имя Господа Иешуа Мессии. Вам нужно другое погружение. Когда вы погружаетесь без осознания грехов. Разница есть? С осознанием грехов, без осознания греха. Водное погружение Нового Завета – это ответ доброй совести. То есть совесть уже добрая. Совесть, она уже очищена кроплением крови и естественное послушание – исполнение повеления, данное верующим Нового Завета, погружаться. И если вы не погружаетесь, то вопрос почему? Потому что ваша совесть не потребует? Или потому что вы не хотите исполнять прямое повеление? Публично заявляя о своей вере. Тогда мы возвращаемся к Твиле. Вы покаялись, и вам нужно публичное подтверждение своей веры, потому что вам это было заповедано. Понятно, да? Бог говорит о том, что если вы покаялись, то вам необходимо и погрузиться. Для чего? А часть этого может восприниматься как публичное заявление о своей вере. Но вы приходите к погружению без осознания грехов. Когда христианские говорят периодически там, мы вступаем в завет, подразумевая водное погружение, имеется в виду, ну то есть это не совсем корректное высказывание, потому что на самом деле в завет человек вступает тогда, когда он произносит молитву покаяния. Да. Дело а в том, здесь он просто публично заявляет о том, что он уже в завете находится. Угу. Есть некоторые вещи, стереотипы, которые пришли в нашу жизнь, и мы не всегда размышляем над этим. Вероучения в различных поместных общинах разные. В некоторых поместных общинах говорят, что в завет вступ средством вооружения. Именно это является заветом. В некоторых общинах так не говорят. Вообще практика такого высказывания пришла большей частью из пятидесятнического движения, потому что там есть формула. Мы вступаем в завет посредством водного погружения. О чем идет речь? Я, как правило, задаю такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, человек, не вступивший в завет с Богом, может ли наследовать спасение? Нет. Ну, понятно, что нет. Тогда, если человек покаялся, но не принял водного погружения, он не вступил в завет с Богом, и если он умер до погружения, значит, он пошел в ад. Но он же не в завете тогда. Понятно, да? Ну, тут некоторые люди делают из правил исключения, на самом деле. Но правда заключается очень простая. Что является решающим моментом? Моя вера или какое-то ритуальное действие? Но вера нас возвращает к моменту нашего исповедания, нашей веры в момент покаяния устами. Сердцем веруют к праведности, устами исповедуют к спасению. Понятно? Следующий логичный шаг должен быть водное погружение. И если человек осознанно отвергает водное погружение, он не выполняет повеление, данное Христом, и тогда у него есть определенные сложности с его спасением, потому что он не выполняет прямое повеление Христа. Но не потому, что он не прошел обряда. Разница, да? Вопрос не в обряде, а вопрос в непослушании. Но в завет мы вступаем в момент Брит милы и подтверждаем его позже. Есть такое понимание, достаточно простое. Мы можем заключить словесный договор. Есть устное соглашение, словесные договора, мы их можем заключать. Но позднее мы можем его и подписать. Дата заключения будет считаться дата подписания или дата договоренности? Понятно, да? На самом деле дата заключения является дата договоренности, если иное не оговорено. Потому что был момент, когда мы договорились. Позднее мы лишь оформили договоренность, которая была достигнута ранее. Но договоренность вступила в действие в тот момент, когда мы договорились. Понятно, да? И мы можем сказать, что водное погружение Нового Завета является
подписание ранее достигнутого договоренности, ранее достигнутого завета. Понятно, да? Публичная декларация нашей веры. С погружениями понятно? С параллельными понятно? Я так понял, как бы вот их четыре, и четвертое, пять, да. И четвертое — это крещение Иисусова, ну как его имя само. И пятое — это крещение Нового Завета, а то, то, что мы как бы крестимся. То есть получается, что четвертое — только Иисус только прошел. Да. Один раз. Да, и все. Да. Кроме этого, вы должны понять, что время Иоанново погружения тоже уже закончилось. А, там местописание такое, где Иисус говорит: можете ли креститься крещением, которым я крещусь? И он потом говорит: можете. Ну. Это он имеет в виду именно то, что он крестился, или он уже имеет в виду... Вопрос. Там? Скажите, пожалуйста, вы можете погрузиться в воду без осознания греха? Может, значит, вы креститесь тем погружением, которым погружался кто? Вопрос осознания греха – это отдельный вопрос, достаточно хороший, и мы будем говорить об осознании греха, о прощении греха, об средствах очищения от греха. Потому что мы зачастую объединяем в прощение, очищение и освящение и считаем, что этот процесс происходит одномоментно. Правда, потом возникают проблемы опять в нашей жизни, и они возникают из-за того, что мы не до конца понимаем, что это процесс, которую нам нужно пройти, и какие этапы этого процесса есть. С погружением еще был какой-то вопрос? То есть практика, когда после покаяния люди подготавливают к водному погружению, это просто как бы ну, достаточно церковное просто изобретение получается, да? Потому что фактически не нужна подготовка к водному погружению. Достаточно, если человек действительно покаялся. Нужно отметить ниже следующее. В Первой апостольской церкви была практика, которая называлась оглашенная. То есть были люди, которым оглашено было Евангелие, но которым не преподавали водного погружения. И это были рожденные свыше люди, да? Ну, им было проповедовано Евангелие, они его приняли, но погружение им не преподавали. Потому что первоапостольские верующие хотели убедиться в том, насколько искренне приняли Евангелие эти люди. Тогда принятие Евангелия было сопряжено с риском умереть. И для того, чтобы не было среди нас отступников, они хотели утвердиться и говорили человеку: ты знаешь Евангелие, мы тебе его огласили, но готов ли ты за него умереть? Мы хотим посмотреть на то, как ты живешь. И если мы увидим, что ты за него готов умереть, тогда мы тебе преподадим водное погружение. Когда мы читаем историю с евнухом, который ехал на колеснице, да, и который задал вопрос: вот вода, что мешает? Он сказал: никаких проблем. Но по сути этот человек был верующим. Он читал, он ходил на поклонение в Иерусалим, он читал пророка Исаия, он размышлял над Писанием, он был знаком с основами веры. Когда мы берем человека, который вообще не имеет представления о христианстве, и говорим ему о благую весть, о том, что Иисус умер за его грехи, воскрес для его оправдания, и он соглашается, не понимая вообще ничего более, мы можем преподать ему водное погружение. Но лучше человеку объяснить, в общем-то, во что он действительно верил, с чем он действительно соглашается. Лучше потратить какое-то время и объяснить. Принципиально уже вопрос, сколько объяснять, какое время тратить на это, потратить на то это. То есть может быть субъективные случаи, когда человека можно крестить сразу же. Да. Мы не видим, ну как бы человек, услышавший проповедь Евангелия, какое-то время проехавший, да, на колеснице, увидел воду и спросил: а что нам мешает? Если веришь, ничего не мешает. То есть ключевой момент веры. Но опять-таки нужно понимать, что тот человек, который преподает водное погружение, он берет на себя определенную ответственность за то, к
как он проповедовал это Евангелие, как человек его воспринял, что он из этого понял. Ну, я не вижу проблем в том, чтобы преподать достаточно быстро вводное погружение. Опять, на усмотрение той или иной общины мы можем сказать, что пастыря, они несут за это ответственность, поэтому они определяют ту степень подготовки, которая считается минимально необходимой для того, чтобы преподать водное погружение. Иногда в эту степень подготовки еще входит образ, в котором живет человек. То есть люди смотрят на то, насколько он изменился, насколько его образ жизни стал благочестивым, и тогда по изменениям они говорят, может ли этот человек получить водное погружение или нет. То есть это вопрос уже, поскольку ответственность несут раввины или пастыря, поэтому они уже в каждом конкретном случае там вырабатывают либо свои правила, либо рассматривают, допускать человека к водному погружению или нет. Но принципиально это может быть достаточно быстро. Я знаю человека, который дважды принимал водное крещение с периодичностью в несколько лет. Но он говорил о том, что тогда было это не осознанно для меня, а сейчас я осознанно принимаю водное крещение. И что? И ничего, принял. Вот что теперь мы должны сделать? Я просто вопрос задаю, ну, как бы, чтобы для себя понять. Я так понимаю, что у него было какое-то заблуждение в этом вопросе, скорее всего, да? Ну. Мне трудно вам ответить, что у него было, я его даже в глаза не видел. Тут мы должны понимать для себя некоторые вещи. Можно погружаться с периодичностью, ну, раз в месяц, раз в неделю. Вопрос, как вы думаете, сколько раз будет достигнут результат? Один раз. Вопрос, когда? Откуда я знаю, как он погружался, с какими мотивами, кто его погружал, что ему при этом говорили, было то погружение или нет. Мы же его погружали неверующим человеком. Например, водное погружение или погружение краплением я проходил в православной церкви, потому что я был крестным отцом одного ребенка. Мне сказали, если ты хочешь его крестить, то тебе надо самому быть крещенным. Я говорю, годится. Я был вообще неверующим человеком. Вообще неверующим. Нужно ли мне было, когда я покаялся, принимать водное погружение? Ну, это вы так считаете. Но прежде всего, тут мое мнение должно быть. Я считал, что мне это необходимо. Я пришел. И есть люди, которые погружались в православной церкви, которые абсолютно осознанно приходили к вопросам веры, которые абсолютно осознанно погружались. Причем православные, если вы верите, если вы хотите, вам преподадут полное погружение, не погружение, а вкрапление. Нужно ли этим людям, приходя в новозаветнюю церковь, евангельскую, протестантскую, перекрещиваться? Ну, если они хотят, им будут настаивать, я думаю, что можно преподать им водное погружение. Но, честно говоря, я не понимаю смысла. Понятно, да? То есть мы же погружаемся не в церковь, не в общину. Мы погружаемся, делаем публичное заявление о своей вере. Отвечает добрая совесть за то дело, которое она пережила краплением крови, когда Иешуа очистил ее. Вопросы вероучительные. Что люди вкладывают в водное погружение? Какие догматы в той или иной поместной общине относится именно к водному погружению. Там уже есть ответственность раввинов или пастырей, которые рассуждают над этими вопросами. Мы делаем общее заявление по Писанию, как мы это понимаем. Дальше уже вступает ответственность людей, которые погружают. Разобрали? Еще вопрос? Да, вопрос. Корректно называть новозаветное погружение твилой? Ну, твила – это вообще погружение. Можно, когда погружают в воду, посуду, это тоже твила. Понятно, да? То есть слово – это обозначает погружение. То есть полное погружение чего-то в жидкость. Можно так называть? Ну, можно. Нормально, да? То есть тут мы… Можно ли Иешуа называть Егошуа?
Можно? А можно его называть Иисусом? Можно? А можно говорить Jesus? Можно, да? Мы имеем в виду одну и ту же личность. Понятно, о чем я говорю? То есть вопрос не в том, как мы назовем водное погружение, водное крещение или твила. Вопрос в сути того, что происходит. И суть происходящего, она впрямую зависит от веры того человека, который погружает, а не от формы, как мы это назовем. Понятно, да? То есть слова, они, по сути дела, не будут влиять особо на веру. Если человек верит в то, что он получает ритуальное очищение и ритуально погружается, а вы это назовете там водным погружением Нового Завета, то суть будет совсем другая. И не важно, как вы это будете называть, важно, во что этот человек верит. Понятно, да? Еще вопросы по поводу погружения есть? Какая-то реакция должна быть. Не уходите в себя, возвращайтесь. Вот я представила, у меня есть друзья, которые совершенно осознанно во взрослом возрасте были погружены в православной церкви, но тем не менее они не идут за Богом и не читают слова. И мало этого, они вообще считают, что Бог, он, это так интимно, что говорить о нем, тем более рассказывать о нем, они не считают важным. Вот это погружение или это что? Есть такой писатель Клайв Льюис. У него есть рассуждение на тему христианства. И он говорит, люди не понимают, что такое христианин, какая смысловая нагрузка стоит за этим словом. Если вы обратитесь к человеку на улице, просто подойдете и спросите, скажите, пожалуйста, вы верующий человек? Этот человек будет ассоциировать свою веру с поступками, которые он совершает. Он будет говорить о том, что да, но я редко хожу, я редко посещаю. Его вера, она будет тем или иным образом привязана к тем поступкам, которые он делает. Но мы же не спросили, что он делает. Мы спросили, верит он или нет. Разница, да? Другими словами, мы говорим о том, что присутствует ли вера у этого человека. Во что он верит? Христианин – это тот человек, который верит во что-то. Да? Я не буду сейчас возвращаться к символам веры, да? Но понятно, что это люди, верующие в определенный символ веры. И если они не верят в символ веры, который верят все христиане, католики, православные, протестанты, то этот человек не является христианином. Он может при этом посещать все богослужения протестантской церкви, католической и православной заодно тоже. Но будет ли этот человек верующим? Не будет. То есть его посещение не говорит о его вере. И в послании к евреям написано, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть. С точки зрения логики, мы понимаем, что если человек приходит к Богу, то он верит. Большинство людей, которые приходят в церковь, ставят свечки, они говорят, послушайте, я прихожу в церковь, прихожу, ставлю свечку, в корзинку деньги ложу, кто я? Верующий. А Бог говорит, нужно, чтобы приходящий веровал. То есть факт твоего прихода не говорит о твоей вере. Мы вчера читали пророка Исаию, где было написано, кто просит вас топтать мои дворы. То есть они приходили, приносили, говорит, не надо. Беззаконие и празднование. Беззаконие, говорит, перестаньте делать вот это, вот это, вот это, вот это. Тогда приходите и будем разговаривать. Если вы свою всю жизнь ведете вот таким образом, то ваши приходы абсолютно ничего не значат. Когда мы говорим о вере, да, человек верующий, но какие взаимоотношения с Богом, это уже вторая часть.
И вторая часть не касается нас. Это касается личности человека и его спасения. Понятно, да? То есть ты веришь, отлично. Ты знаешь символ веры, ты его исповедуешь. Все, ты верующий. Наступает вторая часть. Как твоя жизнь сочетается с твоей верой? Понятно, да? Это вещи не пересекающиеся. Я прихожу к вам, и я говорю, я верю. И я говорю, во что я верю. А? Вы знаете, как я живу? Нет, вы не можете знать, как я живу. Моя жена, мои дети, там, близкие мои друзья могут знать, как я живу. Но большинство из вас не знают, как я живу. Но вы судите о моей вере по моим словам. Вы можете сказать, верующие или неверующие? Только на основании моих слов, заявлений. Другая часть. Моя жизнь может не соответствовать моей вере. Но значит, что ли я неверующий? Это значит, у меня есть проблемы в взаимоотношениях с Богом. Но при этом я верующий. Я был отступником. У меня был период в моей жизни, когда я на протяжении 5 лет был отступником. Я верил в Бога. Да. Я знал, что Бог есть. Да. И я хорошо знаю, что такое... Остается некое страшное ожидание суда, которого я ждал. Я знал, что Бог есть, и я знал, что суд придет в мою жизнь. Я жил не так, как живут большинство верующих людей. Я был отступником. Но при этом я знал точно. Я мог легко сказать символ веры. И я знал, что Бог есть, и верил. Был я верующим человеком. Да, я был верующим человеком. Жил ли я, как должен жить верующий человек? Нет. То есть понятно, да? То есть вопрос веры и вопрос поступков, и эти вещи, они лежат в плоскости суда Божьего. Ни моего суда, ни моего мнения, ни моего решения. Здесь вопрос другой, что человек услышит, когда он встретится с Творцом. Но то, что он услышит, буду говорить не я. Я могу говорить все правильно, могу говорить все неправильно, выносить любой вердикт, но важно то, что Господь скажет, когда этот человек встретится с ним. Понятно, да? И зачастую я слышу от людей, главное, чтобы Бог был в сердце, в душе. Я говорю, отлично, скажите, пожалуйста, только для кого это главное? Я не возражаю, что это главное, только для кого? Для него? Но когда вы придете к нему, вы объясните, что для него главное. Только не разочаровывайтесь, если он считает, что не это. Потому что там будет все зависеть от того решения, которое примет он. Потому что он определяет, что главное. Приближаться к Богу мы можем только на своих условиях или на его условиях. Только на его условиях. И когда человек говорит, вот это главное, я спрашиваю, ты с его условиями знаком? Ты собираешься приближаться к нему на своих условиях? У тебя могут быть определенные сложности в жизни. Когда Израиль решил поклоняться золотому тельцу, он решил поклоняться Богу Израиля? Некоторые говорят, да, некоторые говорят, нет. Но они говорили, это тот Бог, который вывел тебя из Египта. Они правильно понимали? Они говорили, это тот Бог, который вывел тебя из Египта. Они говорили, что это какой-то другой Бог. Они решили поклониться так, как они посчитали правильным и нужным, вопреки тому, что им сказали. Они сказали, вот это вот будет неплохо. Мы соберем денег. Сделаем дорогое что-то, не дешевое, дорогое. Мы потратим деньги, мы потратим время. Мы сделаем что-то качественное, хорошее. А Бог говорит, послушайте, не хотел, конечно, ничего говорить вам, но я вам сказал, так не делать. Вы решили вот так, есть определенные последствия, которые не понравились никому. Понятно, да? Почему? Потому что люди решили, что не могут приближаться к нему так, как они это себе представляют. Есть последствия таких решений. Поэтому они хорошие люди. Но им не мешает узнать, как Бог на это все дело смотрит.
И тогда, когда они узнают, как Бог, у них наступает вторая часть, решить, последуют ли они Божьему повелению, или они пойдут своим путем. Понятно, да? Ствелой разобрались, да? С погружениями водными разобрались? Да, нет. Вопросов больше нет. Двигаемся дальше. Итак, возвращаемся к апостолу Павлу. Возвращаемся к его сверхъестественному призванию, обращению к галатам, которое он имел. Значит, нужно понимать, что же произошло в тот момент времени исторически. Да? Мы видим, что Саул дышал угрозами и убийством учеников Господа, пришел к первосвященнику. Мы видим, что он отправлялся в Дамаск с письмами, да? И мы вчера видели о том, что сразу после своего уверования Павел начинает проповедь Евангелия. Нужно понимать, что проповедь Евангелия того времени язычникам и проповедь Евангелия того времени иудеям была различна. Звучит очень странно, но было два абсолютных разных способа проповедования благой вести. Потому что информация, которую нужно было узнать, она была абсолютно различна. Было бы смешно, если мы к религиозному иудею пришли и сказали: хотим тебе сообщить приятную новость, Бог есть Творец. Он сказал бы: вы знаете, я вообще в курсе. Понятно, да? Он Творец неба и земли, Он единый Бог. Посмотрел, сказал: ну да, но для меня это не новость. Когда мы пришли бы к язычникам, то проповедь Евангелия должна начинаться была с чего? О том, что есть Творец неба и земли. То есть, понятно, да? Два разных послания. Когда мы приходим к евреям и проповедуем евреям, еще раз делаю акцент. Я сказал того времени. Я не говорю сегодня. Потому что на сегодняшний день достаточно много евреев не в курсе того, что есть единый Творец. Давно ассимилировали, давно забыли, давно не читали и так далее. На тот момент времени было преимущество. Они знали Слово Божье, а все остальные его не знали. У евреев было преимущество. Что такое преимущество? Это было лучше? Нет. Преимущество. Это значит, что у меня есть книжка, а у кого-то ее нет. У них была книжка, а у всех остальных не было. Они знали Тору и Танах, а все остальные не знали. Понятно, да? То есть у них это преимущество говорит о том, что они лучше? Нет, это говорит о том, что у них есть преимущество. Знаете, есть там бегуны становятся на дорожку, да? И тот, кто бежит по внутренней дорожке, у него есть преимущество перед всеми остальными. Факт, что он придет первым? Нет. Факт, что он будет лучшим из этого? Нет. Может прийти и другой первым. Но у него на старте есть преимущество. Но это не значит, что он лучше. Ну, разницу понятно, да? Зачастую, когда мы говорим о том, что у евреев есть преимущество, многие люди вкладывают в это понятие, что они лучше, чем другие. Понятно, да? Нет, у них было преимущество по отношению ко всем остальным народам, потому что им, во-первых, было верено Слово Божие. Им принадлежали заветы, обетования, законоположения. У них было много всего, чего не было у других. И поэтому у них было преимущество. Но это не значит, что они были лучше, чем все остальные. Разницу поймали, да? Хорошо. Итак, апостол Шауль, он обращается и начинает проповедовать. Начинает проповедовать он кому? 9 глава книги Деяний. В тот час
стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы взять их и привести к первосвященникам. О ком шла речь вообще? Только об иудеях. Саул, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященникам и выпросил у них письма в Дамаск к синагогам. Его интересовали только синагоги. И он шел по синагогам. Кому он шел? Евреям. Когда он начинает проповедовать, он приходит куда? К евреям, в синагоге, и начинает там свою проповедь и приводит их в замешательство. Почему? Они верили по одному, так же, как и верил апостол Шауль до этого. И тут он приходит и начинает говорить им о Сыне Божьем, так как он уверовал после встречи с ним. И то, что он говорит, приводит в смущение их. Ну, во-первых, он вчера и третьего дня говорил одно, теперь он говорит другое. И говорит, послушайте, это тот же самый парень, который недавно гнал, брал письма, чтобы их притеснять. Теперь он приходит и учит то же самое, что учат эти. И он приводит всех в замешательство. В замешательство, потому что он еще, мягко говоря, знает Танах. И он начинает проповедовать в синагогах так, что Иисус есть Сын Божий. И все слышавшие удивлялись, дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие. Да и сюда он затем пришел, чтобы взять их и вести к первосвященникам. А Саул более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Понятно, да? Смысл понятен? Пока мы видим начало проповеди апостола Шауля, кому? Перерыв.